Привет всем. Ну что ж, стою я тут на берегу. На Ялтинском берегу. Как раз себя чувствую. Погода. Вода теплая. Пью давно забытый мной боржоми. Я ощущаю настоящее счастье, находясь здесь. На самом деле тут очень круто. А там, кстати, вдоль берега идет Доминик Джокер, счастливый. Да. А тут Джиган еще. Рядышком. Подтягивается. В общем, дела продвигаются прекрасно. Сегодня заключительный день детской новой волны. Сегодня мы объявим победителя. Ну, в общем, все будет здорово. Победитель детской новой волны 2011. Спасибо. Я в шоке. Я просто в шоке. Посмотрите, что сзади меня. Это тот самый автобус, на котором фабрика ZB7 откатала весь тур. Я вам покажу, где я спал. Я спал прям вот. Я занял... Сейчас, секундочку. Я занял самое плотное место. Кровати было больше всех. Именно у меня, у самого младшего. В общем, причем водитель остался тот же, но поменялся его партнер. Тут спали наши звукорежиссеры. Все. Так, что у нас? Что у нас тут? Тут Дакота была с той стороны. А, Корнелия. Серега. Ашик, Штушец, там спал Иванов с Танюхой, здесь спал напротив меня Марк, там в конце был Бекбаев, Приходько, и Пупс там же был. А скажите, как вам впечатление о нашей фабрике? О вашей фабрике? Да, о нашей фабрике. Обалденно. Да? Это же последняя фабрика, которую вы катали. Представляете, вот этот человек провез нас через всю Россию. Сколько мы накатали? Тысяч. 5, да? Больше. Больше? 1025. О, как друзья. Ну, в общем, я... Спасибо. Причем я прошел, такой, думаю, стоп, что-то до боли знакомое, меня как манит туда. Номера вроде ростовские, но при этом это тот самый... наш автобус. В общем, я под табличкой. Все, буду плакать. Могу сказать, что мне здесь очень сильно понравилось. Я обязательно вернусь сюда снова, если меня пригласят.